В чем разница между конкурным и войсковым седлом? Конкурное седло имеет более низкую и плоскую переднюю луку, более удлиненную форму, передняя подушка, которая обеспечивает хороший упор в колено. Имеется подколенная подушка, которая не дает сместиться далеко ноге во время прыжка. Как правило, короткие приструги, к которым крепится длинная подпруга. У войскового седла более высокая передняя лука, укороченная форма седла, явно низко находится центр тяжести седла, что обеспечивает глубокую посадку всадника. Мы видим более длинную переднюю подушку и длинное плоское крыло. Более длинные приструги, к которым крепится короткая подпруга, чтобы не мешать работе шенкеля. Всадник в войсковом седле имеет более глубокую вертикальную посадку, стабильная верхняя часть корпуса и длинные стремена. В конкурном седле всадник может легко подавать корпус вперед, колено более согнуто и стремена намного короче. Более подробно о посадке в наших онлайн-курсах. Ваши вопросы вы можете задать в комментариях.